тому, где я приезжал, я взял травму, когда боролся с вашим тоже именитым борцом Ведерников. Не смог участвовать. Так у вас очень замечательная такая организация, так сказать, земля богатырей, как... Это считается Сибирь. Для Марата и еще нескольких спортсменов турнир памяти Александра Нестеренко – это хорошая тренировка перед чемпионатом мира. Там им предстоит сражаться за путевку на Олимпиаду. Для молодых новосибирских борцов, которые пока только мечтают попасть на главные мировые соревнования, мемориал Нестеренко – отличная возможность проявить себя. Как ты насколько отработал, настолько ты и выложишься, и выдашь. То есть тут ты сам отвечаешь за все свои результаты, не на кого спирать. В этом году в командном зачете победила сборная 41-й общевойсковой армии. В ее составе выступали новосибирцы из разных спортивных клубов города.